Дорогие друзья, сегодня готовим голубцы. Голубцы с мясным фаршем и с рисом. Нам понадобится кочан капусты. Отрезаем кочерыжку, кладем в воду и пропариваем. Делаем поджарку. Поджарку можно готовить на смальце, можно на растительном масле, можно на сливочном масле. Понадобится две луковицы, мелко режем. И две морковки трем на терке. Пассируем. Берем килограмм фарша, либо килограмм мяса и перекручиваем на мясорубке. Стакан риса и 2 стакана воды варим рис. Рис добавляем охлажденный. Добавляем охлажденную поджарку. Солим, перчим по вкусу. И хорошо перемешиваем. Капуста наша остыла. Отделяем листья. Ищем, в какую сторону смотрит листик. Так, смотрим, откуда идет. Вот так, отсюда идет листик. И так аккуратненько все листики снимаем. Ножом снимаем утолщение на листике. И начинаем закручивать голубцы. Можно так вот скручивать. Такой способ очень удобный. Голубцы не распадаются, то есть хорошо держат форму. То же самое. Хорошо так плотненько обжимаем. Хорошо обжимаем и закручиваем. Можно сделать простым способом конвертиком. Так, вот так. Очень просто. Тоже хорошая форма получится. Покажу, как на тарелочке. Может, лучше будет видно. Завернули конвертиком. И все. Сейчас готовлю не все голубцы, часть только. Остальные голубцы отправила в морозильную камеру. Голубцам добавила 2 стакана воды. И ставлю на плиту, пусть варятся. Готовим заправку. 2-3 столовые ложки томатной пасты, 2-3 столовые ложки сметаны, соль, перец по вкусу, паприка 1 чайная ложка, и 1 стакан воды. Размешали хорошо и выливаем на голубцы. Теперь аккуратненько ложечкой вот так распределяем нашу заливку на небольшом огне, вот на таком. Тушим голубцы при закрытой крышке. Можно протушивать в духовке. Голубцы наши готовы. Голубцы готовы. Приятного аппетита! Готовьте со мной. Если вам понравился такой рецепт голубцов, ставим пальчик вверх, подписываемся. Пока!